Тема вебинара ЕГЭ по физике в 2022 году. Обзор новой демоверсии. Проведет вебинар Галина Сергеевна Безуглова, кандидат физико-математических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация, видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участников в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на корректное заполнение анкеты при входе на вебинар. Если вам важно оформление вашего сертификата, обязательно заполняйте все ячейки этой анкеты: фамилию, имя, отчество, должность, на место работы. Здесь важно не расписывать полностью ваше учебное заведение, а писать сокращениями. Например, МБУ СОШ номер 5 города Ростова-на-Дону. Дело в том, что если вы будете все расписывать, то такая длинная строка не поместится в ваш сертификат. Ну и, коллеги, особое внимание обращаю на написание адреса электронной почты, потому что, как вы понимаете, при наличии хотя бы одной ошибки в ней сертификат своего хозяина не найдет. И после этого, пожалуйста, перепроверьте эту анкету, потому что если вы, например, смотрите вебинар с телефона, то автозамена может сыграть с вами злую шутку, и тогда в своем сертификате вы увидите смешное написание фамилии, искаженное написание ваших данных, поэтому, пожалуйста, вот на это обратите внимание. Ну, все вопросы, если у вас они будут возникать, а надеюсь, они будут, пожалуйста, адресуйте в чат. Я желаю всем продуктивной работы и передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня видно, слышно. Во-первых, хочу вас поздравить с окончанием первой четверти. Немножко ускоренным окончанием, но все-таки четверть окончилась. Четвертные оценки выстроены, наверное, и, надеюсь, ваши ученики вас порадовали теми оценками, которые вы им поставили. Итак, сегодняшний наш вебинар посвящен ЕГЭ. То есть ЕГЭ 2022 года, то ЕГЭ, который дети будут писать, соответственно, следующей весной. Итак, для начала немножко статистики. Это статистика ЕГЭ 2021 года, то средний процент выполнения заданий. Я ее взяла с сайта ФИПИ. Собственно, там, если вас интересует, можно в разделе «Документы» скачать аналитические результаты проведенного ЕГЭ. Там все опубликовано в свободном доступе. Итак, в принципе, из этой статистики мы видим, что дети наши справились достаточно хорошо. И, в принципе, уровень освоения 50% по базовым заданиям, то есть, точнее, не по базовым, а по заданиям первой части показали все ученики. То есть с заданием первой части справились больше, чем 50% учеников. Секундочку. А вот задание второй части, то есть задания, которые пошли после 24-го задания, 25, 26 и до 32-го, они, как и в том году, как и за год до этого, они с ними справились уже меньше количество учеников, меньше 40%, но, в принципе, так было и раньше. Смотрим на рекордсменов, собственно, задания, которые вызвали наименьший вопрос учеников. Задание номер 3. С ним справились 84% учеников. Это простая расчетная задача на тему закона сохранения в механике базового уровня сложности, то есть задачка, в которую нужно было вписать ответ, получившуюся цифру в ответ. И задания были на тему закона сохранения, то есть закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. И 85% учащихся, они с ней справились. На втором месте задача номер 23. С ней справились 80%. Это задача, в которой проверялось умение на тему метода научного познания. То есть там
предлагались какое-то оборудование, которое нужно было ученикам выбрать для проведения какого-то эксперимента описываемого. То есть давалась задача, что нужно было, например, исследовать зависимость, не знаю, сопротивления проводника от его длины, давались на выбор несколько проводников, и нужно было выбрать именно те, которые необходимы для этого исследования. И с такой задачкой справились 80% учеников. В принципе, в том году это же немножко другие задачи, не рядом были, но, в принципе, примерно такие же цифры и были. И что характерно, вот задание номер 14 и 18, которые, наоборот, с которыми справились... Ой, простите, мышку сдвинула. Задания, с которыми справились наименьшее количество учеников, то есть задание 14, задание 18, это точно те же самые задания, с которыми дети не справились в 2020 году. То есть это, по этим же двум заданиям в том году тоже были самые меньшие проценты выполнения. 14 задача – это задача по электромагнитным, по электрическим явлениям, базовый уровень сложности. То есть задача, которая проверяла знания детей по закон Кулона, закон Ома, электрический ток. То есть это была расчетная задача, базовый уровень сложности, в которой нужно было решить задачку и вписать полученную цифру, полученный ответ. И задание номер 18, тоже чуть больше половины справились, это электродинамика и специальная теория относительности, задание на основе соответствия. Опять же, в том и в этом году она вызвала наибольшие сложности. Итак, прежде чем мы поговорим про ЕГЭ следующего года, давайте вот посмотрим задачки того года, которые реальные задачки, которые вызвали наибольшие вопросы у детей. Опять же, это все из аналитических результатов на сайте ФИПИ, которые можно скачать. Вот, например, задание номер 18, с ним справились на 2 балла только 19% учеников и на 1 балл 32% учеников. Причем написано, что вот эти вот 19%, они правильно нашли мощность тока, выделяющуюся на одном из резисторов. Но вот со вторым заданием, со вторым вопросом, то есть вопросом под пунктом Б, мощность сторонних сил в источнике тока справилась только 19% детей, которым это задание попалось. Это вот одно из тех заданий, которое вызвало наибольшие вопросы. И, в принципе, в том году по этой же теме, и в этом году по этой же теме вот мы с вами не смогли научить детей, чтобы они задачки щелкали, как орешки. Да я прочитала, не знаю, почему у меня такой голос. Вроде как не простужен, но все хорошо, спасибо. Так, и еще две задачки, которые тоже с которыми тоже дети не справились. Это задание номер 14. Она оценивается максимум 1 балл. 1 балл получили только примерно вот треть учеников, которым она попалась. А задачка, на самом деле, она не очень сложная, даже, можно сказать, простая. Нужно было посчитать модуль сил, с которыми заряд взаимодействует друг с другом. То есть посчитать силу взаимодействия, то есть вспомнить закон Кулона, записать формулу, посчитать. Но дети не справились. И это связано с тем, что большинство ошибок связано с тем, при решении задач, что дети не умеют работать со степенями. То есть 10 степень минус 8 их пугает, смущает. Перевод в милли-ньютоны в ответы они тоже не все справились. То есть как бы дети формулу знают, судя по ответам, но не умеют правильно посчитать, что расстраивает, конечно. И еще одно задание, которое тоже вызвало вопрос, это задание, оно уже повышенного уровня сложности, оно уже стоит под номером 26, в том году в ЕГЭ стояло, и с ним на 2 балла справились 20% детей. 20% детей, при этом, в принципе, средний процент выполнения задания на 26, судя по статистике, 40%. То есть это задание, но даже из этих 26, она показалась сложной для детей. В ней говорится в этом задании про линзу, известно фокусное расстояние, и дано какое-то изображение, получили с помощью нее. Причем известна характеристика этого изображения. Изображение было увеличено в 5 раз. Какое расстояние от предмета до линзы. И вот оказалось, что формулу тонкой линзы дети знают, судя по ответам, но что делать с понятием увеличения линзы, они вот не знают. Поэтому примерно только каждый пятый эту задачку решил правильно на 2 балла. Но это задачка повышенного уровня сложности уже. Так, а теперь перейдем к ЕГЭ 2022 года.
Что нам представили, что мы увидели в КИМах, которые были опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений в августе. Так, там у нас есть изменения. В принципе, мы их ожидали, потому что еще год назад была опубликована перспективная модель, которая была опубликована именно для того, для ознакомления учителей с этой моделью, для каких-то там внесения замечаний, дополнений. Она была ознакомительная, и она была опубликована еще в 2020 году осенью, которая нас как бы готовила к тем изменениям, которые произойдут и которые грозили, что они будут большими. Так же, как когда-то было поменено ОГЭ два года назад. А на самом деле изменений не так много, как оказалось. По сравнению с той вот самой перспективной моделью, изменения небольшие. Потому что в той модели перспективной, так же, как произошло это в 9 классе, предполагалось, что задания будут выстраиваться не по разделам физики, которые они представляют, как мы привыкли вот в ЕГЭ. Сначала мы проверяем, дети проверяются на знания механики, потом молекулярной физики, термодинамики, там, потом электродинамики, квантовой физики. Это вот как было раньше, как было в том году в ЕГЭ и как и осталось, собственно, в этом году в ЕГЭ. Но в перспективной модели задачки были по разделам физики перемешаны, а выстроены они были по умениям, которые проверялись у детей. То есть сначала было, по-моему, 7 или 8 задач, где-то в серединке стояло расчетных подряд, но по разным темам. Сначала тоже механика, молекулярка и так далее. Потом блоком шли отдельным задания на множественный выбор, потом блоком отдельным задания на нахождение характера изменений физической величины в каком-то описанном процессе. То есть задания, в принципе, многие остались в этой перспективной модели, так же, как они были до этого, просто они были перемешаны и выстроены уже по другой структуре. Структура была другая. Ну и там было другое количество заданий с развернутым ответом, и там были добавлены еще несколько новых типов заданий. Итак, что мы увидели в августе? Мы увидели, что ЕГЭ поменялось, но не так критично, как было обещано. Ну, правда, обещают, что в следующем году я слышала, что будут еще изменения. Это такие, очень немножко растянули внесение изменений в ЕГЭ. То есть это пока не окончательный. Ну, в смысле, это окончательный вариант на 2022 год, но в 2023 году ЕГЭ снова будет меняться, скорее всего. Итак, в ЕГЭ 2022 по сравнению с прошедшим уже ЕГЭ была изменена структура КИМов. То есть были изменено общее количество заданий. С 32 заданий стало 30. Изменился, естественно, максимальный балл, который могут получить дети. Он стал равен 54, был равен 53. Несмотря на то, что количество заданий уменьшилось, максимальный балл увеличился. Потому что были добавлены некоторые задачи, которые оцениваются там 2 балла. Появилось задание, которое оценивается аж 4 балла, но мы об этом поговорим позже. Кроме того, в первой части были введены новые типы, 2 новых задания базового уровня сложности, которые имеют интегрированный характер и включают в себя элементы содержания не менее 3 разделов физики. То есть в одном задании проверяются знания учеников по нескольким разделам физики. Задания они не сложные, но вот раньше таких заданий не было. Мы примеры попозже немножко рассмотрим, пока мы просто пройдемся по изменениям основным. Была изменена форма заданий на множественный выбор. Да, ну, сейчас они стоят под номерами 6, 12 и 17. Ранее предлагалось выбрать 2 верных ответа, то вот в этом году уже звучит вопрос так. Выберите все верные утверждения из 5 предложенных, которые соответствуют какой-то описанной ситуации или приведенной таблице. Ну, в общем, выбрать все верные утверждения. При этом нигде не говорится, сколько этих утверждений может быть, поэтому неподготовленный ученик к таким изменениям, к таким вопросам, он может растеряться и найти там 4 верных утверждения или 1 верное утверждение. На самом деле, вот я думаю, вы все знаете, что еще в том году такое же изменение претерпела задача по астрофизике, номер 24 в том году. Она раньше тоже звучала: «Уберите 2 верных утверждения», а в ЕГЭ 2021 появился уже вопрос: «Уберите все верные утверждения из 5 предложенных». То есть такое изменение, такая формулировка уже была в ЕГЭ, но там в спецификации прописывалось, вот в 2021 году в спецификации прописывалось, что таких утверждений может быть 2 или 3. Проходной балл в этом году, ну, пока официально вроде как 39, но это 39 из 100, а так как поменялось максимальный балл,
первичный, поменяются и все переводы первичных баллов в дуальную систему, так что пока вот именно проходной балл такой, чтобы стало понятно, сколько заданий нужно решить, пока сказать нельзя. Здесь только что проходной балл 39 баллов для того, чтобы поступить в ВУЗ. 39 баллов вроде как в этом году по физике. Это проходной балл для поступления в ВУЗ. Это утвержденный, но 39 баллов – это в 100-бальной системе. А если говорить про первичные баллы, то есть сколько баллов нужно получить из этих 52, чтобы поступить, пока непонятно, потому что перевода нету. Вот так, все верные утверждения. Возвращаемся. Если в том году с астрофизикой мы знали, что хотя бы в спецификациях, хотя бы учителя прочитали это, что их должно быть 2 или 3, и передали ученикам, то дети, те, которые готовились к ЕГЭ, они знали, что их должно... 53 было в том году, 54, это в этом году 54, да, прошу прощения. В этом году, да, Лада Григорьевна, в этом году 54 максимальных балла в ЕГЭ 2022 по физике. Так, опять возвращаемся к заданию на множественный выбор. Сейчас, да, расскажу. Получается, что дети, которые готовились к ЕГЭ, до них эту информацию учителя донесли о том, что этих утверждений будет 2 или 3. Вот в этом году странная ситуация в том, что в спецификации нигде не прописано, сколько этих верных утверждений будет. То есть нигде нету ни в спецификации, ни в там, инструкции по выполнению, которая детям выдается. Есть только вот формулировка «Уберите все верные утверждения из 5 предложенных». При этом сейчас я про перевод попозже скажу. При этом, если мы посмотрим в такой документ, как методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников 2021 года по физике, то, который публикован на сайте ФИПИ, то там есть про 2022 год, про изменения, которые предстоят, которые, ну, собственно, произошли. Вот, и там есть написано так, абзац целый, что по сравнению с 2021 годом изменена форма задания на множественный выбор. Вместо выбора 2 из 5 предлагается выбрать все верные утверждения. При этом верных утверждений может быть либо 2, либо 3. Такие задания располагаются в КИМах 2022 года на линиях 6, 12 и 17. Ну, для их выполнения необходимо провести всесторонний анализ какого-либо процесса. То есть вот в том документе, который опубликован на сайте ФИПИ, можете его скачать, там прописано, что таких утверждений будет 2 или 3. И в демоверсии, которая, опять же, по которой мы сейчас будем смотреть, там в заданиях 6, 12 и 17 или 2, или 3 верных утверждения. Но в спецификации цифр вот точных нету. Так что вроде как 2 или 3, судя по всему. Из 5 предложенных ученику нужно будет выбрать. То есть если он нашел 4 верных утверждения, то ему рекомендуется еще раз все перепроверить на всякий случай, потому что это очень маловероятно. Ну, конечно, когда ему точно, как раньше, было гораздо проще и детям, и гораздо выше были шансы получить максимальный балл, но вот задания, эти задания усложнились. Так, что еще изменилось? А, про перевод. Официально таблицы о переводе первичных баллов в 100-бальную систему по физике на КИМы 2022 я еще не видела. То есть они размещаются официально в основном уже после того, как пройдет экзамен. Ну, в интернете, конечно, да. То есть она появится, наверное, позже. То есть пока официальных данных нет, есть таблички. Если вы какую-то табличку нашли, то как минимум проверьте сразу какой-то максимальный балл. Если 54, если не 54, то это явно какая-то устаревшая информация. Ну да, конечно, согласна, лучше оставили бы выбрать 2 верных ответа, так и детям было бы проще, но вот решили эти задания усложнить. Причем, как показал опыт астрофизики в том году, в принципе, даже вот в такой формулировке больше 50% детей, по-моему, даже больше 60%, они с этим заданием справились. Даже после того, как его усложнили, вот эта формулировка, выберите все верные утверждения. И там вот, если мы посмотрим в табличку, в статистику,
Вот номер 24 – это астрофизика. Ее выполнили правильно, то есть набрали максимальное количество баллов 2 при почти 60% учеников, а это уже было вот усложненное задание. То есть это же было задание, где детям требовалось найти не 2 верных утверждения, а вот 2 или 3 из 5 предложенных. То есть, в принципе, дети справились, но да, это, конечно же, усложнение. Мы чуть попозже посмотрим примеры таких заданий и как они предлагаются оценивать их, как предлагается их оценивать. Так, это я сказала. Возвращаемся. Следующее изменение. Убрали задание по астрофизике. Вот как раз-таки то самое, на котором экспериментировали с формулировкой «Выберите все верные утверждения». То самое задание, которое добавили в ЕГЭ в 2018 году. Вот его, судя по кимам, которые были опубликованы в августе, нет. То есть астрофизики в кимах ЕГЭ 2022 нету от слова совсем. Вот когда она появилась, получается, в 2018 году, она появилась одновременно с астрофизикой. То есть астрофизика вернулась в школе, а в ЕГЭ появилось это вот одно задание на множественный выбор, где нужно было на основе каких-то приведенных таблиц, там, данных о кометах, планетах, данных о звездах, выбрать сначала 2 верных утверждения из 5 предложенных, потом все верные утверждения из 5 предложенных вот в опубликованных сейчас кимах. Астрофизики нет совсем. Ну, что меня несколько расстраивает на самом деле, потому что мне это задание нравилось. То есть астрофизику убрали. Ну, я не могу сказать, школьникам она нравилась или нет. Я, судя по статистике, дети с ней справлялись. То есть 60-70% детей, они эту астрофизику задание решали. Ну, может быть, потому что там как бы не такая же большая вариативность была того, что могут спросить, но как бы убрали, уже ее не осталось, так бы, что не говорить. Может быть, конечно, в следующем году она вернется, никто не знает, но пока вот в кимах ЕГЭ 2022 ее нету. Итак, в кодификаторе, опять же, изменение небольшое, отдельным пунктом появилась специальная теория относительности. И она появилась отдельным пунктом вот в кодификаторе под номером 4, она появилась отдельным пунктом, соответственно, четвертым номером спецификации, как отдельный раздел физики наравне с механикой, молекулярной физикой, термодинамикой, электродинамикой, в которую еще оптика включена. Вот теперь еще есть основы 100 и квантовая физика. Но при этом, если посмотреть в кодификатор, то мы увидим, что вот, собственно, это вот вся теория относительности, которую детям предлагается выучить. И причем базовый уровень. Это вот только первый пункт. Инвариантность модуля скорости света в вакууме, то есть то, что скорость света 3 на 10 восьмой метров в секунду, она не меняется. Это вот то, что на базовом уровне дети должны знать. А вот эти вот формулы энергии свободной частицы, импульс частицы, связь массы и энергии свободной частицы, это уже предлагается спрашивать у детей на вот, знания уже углубленные. То есть такого не должно быть в заданиях базового уровня сложности, таких вопросов, связанных с этими формулами. Так, про презентацию Елена Михайловна вам ответили уже. Кодификатор в этом году тоже немножко уменялся, не радикально, то есть 100 там и была, просто она теперь пошла отдельным разделом. Может быть, когда-нибудь и оптику отдельным разделом вынесут. Но пока нет, пока она вместе с электродинамикой. И последнее изменение – это то, что в части 2 было увеличено количество заданий с развернутым ответом, исключены расчетные задания повышенного уровня сложности, которым предлагалось не полное решение не давать детям, а просто написать ответ, который они получили. То есть были в части 2 в том году, ну и раньше тоже, были задания, которые имели повышенный уровень сложности, но при этом оценивались в 1 балл и оценивался, собственно, только ответ, который дети получали. В этом году такие задания убрали. Осталось 2 задания расчетных с повышенным уровнем сложности, которые оцениваются каждый из них в 2 балла, и к которым нужно привести решение и ответ. Там дальше я буду подробно разбирать. Прошу прощения, на чат отвлеклась. Итого, у нас, получается, добавлено все задания в части 2, на них теперь подразумевают развернутый ответ. Заданий с кратким ответом уже не осталось. Все они оцениваются больше, чем в 1 балл.
И теперь, соответственно, необходимо писать решение этих задач, что, в принципе, логично, раз на повышенной уровне сложности оценивается в 1 балл, так же, как задание базовой сложности, где иногда нужно было знать всего одну формулу. Как-то это было несколько нечестно. Теперь вот все задания повышенного уровня сложности расчетные, они оцениваются в 2 балла, но требуется написать решение на них. И, кроме того, изменилось одно из заданий высокого уровня сложности, именно по механике. Оно изменилось, формулировка этого задания, и изменилось критерий его оценивания. Теперь правильное решение такого задания оценивается в 4 балла. Оно стоит на последнем месте под номером 30. И когда мы до него дойдем, я подробнее расскажу про то, что, про то, как оно будет оцениваться в этом году. Так, итак. ЕГЭ 2022 года, оно будет содержать 10 заданий с кратким ответом в виде одной цифры. Это, то есть, задания расчетные, задания базового уровня сложности. Потом есть задания с кратким ответом в виде набора цифр, задания на множественные выборы, задания на определение характера изменения какой-то физической величины в описанном процессе, задания на соответствие, когда у нас есть табличка, где нужно сопоставить физическую величину и формулу, по которой можно рассчитать, там, графики и так далее. Ну, это задания не все были и раньше. Вот в эти же задания с кратким ответом теперь все включают еще 2 новых задания, о которых я немножко сказала до этого, и подробно расскажу, когда дойду до примеров заданий. И задания с развернутым ответом, их количество увеличилось. Если раньше их было 6, то теперь их стало 7, потому что задания повышенной сложности, они теперь расчетные задания повышенного уровня сложности, они теперь тоже подразумевают написание решений. Всего заданий у нас теперь 30, а не 32. Причем, если мы посмотрим на перспективную модель, ну, вот на ту модель, которую опубликовали за год, ну, в общем, еще в 2020 году, для того, чтобы мы с ней знакомились, там таких заданий с развернутым ответом было вообще 8. Потому что там было 2 задания качественных, которые необходимо было ученику решить. И, опять же, высокий уровень сложности, повышенные расчетные задачи, и всего там их было 8. Я не уверена, что дети смогли бы все 8 заданий подробно решить и написать, потому что иногда они вот в том году и в 6 заданий не всегда успевали подробно решить. Но вот в этом году они будут уже 7 заданий решать. Посмотрим на результаты. Теперь, собственно, перейдем к заданиям. Это задание с демо-вариантом. Итак, первое задание, которое теперь детям предстоит решать, оно выглядит следующим образом. Нам даны 5 утверждений, из которых нужно выбрать, опять же, все верные утверждения. И эти 5 утверждений, они выбраны из разных разделов физики. То есть это задание имеет интегрированный характер. Оно проверяет понимание основных теоретических положений из всех разделов физики. То есть вот на первом месте это у нас относится утверждение к механике, второе – к молекулярной физике, третье, четвертое – к электродинамике, ну и пятое – к квантовой физике. То есть это, собственно, все разделы физики, которые дети должны изучать. И такое задание прописывается, что оно в каждом варианте будет содержать не менее 3 разделов физики и проверять знания, собственно, уже не по одному разделу физики, а по всем. Для выполнения необходимо будет ребенку хорошо ориентироваться в формулировке законов и закономерностей, которые есть в кодификаторе, и знать основные свойства явлений и процессов, которые, собственно, они изучали. Итак, что тут у нас есть за утверждение. Это уровень сложности базовый и максимальный балл 2 балла. Выбрать, причем утверждение, как я говорила, может быть, судя по опубликованному документу с методическими рекомендациями, или 2, или 3. Итак, у нас первое утверждение. Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела. То есть ребенок должен как минимум представить формулу, по которой он ищет потенциальную энергию тела. Я, может быть, неправильно выразилась, не менее 3. Официально в первом задании Наталья Николаевна должно быть, ну, носит интегрированный характер, и должно быть утверждение из не менее 3 разделов физики. Я прошу прощения, если оговорилась.
То есть прописано, что не менее трех. И вот в данном случае тут у нас 4 раздела. Тут только вот специальной теории относительности не хватает, которые отдельно вынесли. То есть здесь есть и механика, и молекулярная физика, 2 задания по электродинамике и 1 по квантовой физике. То есть так, первое задание, что первое утверждение, потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения, но неверное, как мы все знаем. То есть ребенок должен примерно формулу представить, понять, что это утверждение неправильно, и, соответственно, его сразу вычеркнуть. Второе. Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия. То есть вспоминаем термодинамику, что такого не происходит, значит, тоже утверждение неверно. Там третье утверждение. В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового хаотического движения. Это утверждение верно. Итого у нас третье утверждение верно. Смотрим четвертое. При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред длина волны остается неизменной величиной. Опять же, это неверно. У нас постоянная величина – это частота. Значит, и пятое утверждение. В процессе электронного бета-распада происходит выбрасывание из ядра позитрона, возникшего из-за самопроизвольного превращения протона в нейтрон. И да, это верно. И, в принципе, это достаточно сложно обычно для детей. Это утверждение вычислить как верное. Итого у нас получается, что верное утверждение стоит под номерами 3 и 5. Собственно, если ребенок напишет в бланк ответов 3 и 5, без запятых, без там, знаков неких, он должен получить 2 балла. Прописывается еще отдельно, что ответы оценятся 2 баллами, если указаны все верные элементы ответа, и 1 баллом, если допущена 1 ошибка. В том числе указана 1 лишняя цифра наряду со всеми верными элементами, или написано наоборот что-то лишнее. И 0 баллов дается, если допущены 2 ошибки, и ответ отсутствует. То есть вот я тут привела некоторые примеры, то есть 35, он получает 2 балла, если он написал что-то лишнее, он получает 1 балл. Сейчас, Наталья Николаевна, секундочку. Если он выбрал верным одно из утверждений, а второй выбрал неверным, получает 1 балл. И, соответственно, если он 2 раза ошибся, у него одно, хоть он одно утверждение выбрал верным, но при этом 2 раза ошибся с двумя другими утверждениями, он получает 0 баллов. Да, в принципе, можно написать 53. Но как бы стандартно записывается сначала меньшая цифра, потом больше. То есть 53 – это тоже верный ответ. Но лучше детей сразу учить, что когда мы ищем утверждения, мы записываем их по порядку. Еще один пример такого задания. Тоже тут 5 утверждений. И тоже так, первое утверждение у нас по механике. Второе утверждение по, получается, по электродинамике. Третье – молекулярная физика. Четвертое – это оптика, раздел электродинамики. Пятое – это квантовая физика. Я не буду на каждом из утверждений отдельно останавливаться, потому что, я думаю, все мы, конечно, знаем, какие ответы здесь, какие утверждения верные. Но вот я здесь специально убрал пример, в котором утверждений верных будет 3. То есть верный ответ 345 – это 2 балла. При этом, если ребенок допустит одну ошибку, если он не запишет один из элементов, то есть напишет не 345, а просто 45, он получит 1 балл. Если он из этих трех утверждений 2 выберет правильно, а в одном ошибется, он получит тоже 1 балл, потому что он допустил одну ошибку. Если он ошибется в двух местах, он получит 0 баллов. И дети, они не знают, что тут их 2 или 3, сколько этих утверждений, поэтому задание, на самом деле, хоть оно имеет базовый уровень сложности, хоть оно стоит первым, но, на мой взгляд, оно трудное. Потому что вот эта вот непонятка с тем, какое количество ответов искать, оно мешает, смущает, и часто дети путаются. Но пока так, выберите все верные утверждения из 5 предложенных. Но как нам показывает пример астрофизики, которая изменилась еще в том году, и как показывает статистика детей, которые выполнили это задание, в принципе, может быть, просто я недооцениваю их. Потому что в астрофизике, в принципе, получилось, мы с вами смотрели, там 60% детей, они справились даже с заданием, когда вот было непонятно, сколько утверждений искать. То есть будем надеяться, что мы просто детей недооцениваем, они у нас умницы, умники, и все напишут правильно. То есть вот первое утверждение, первое задание, оно новое.
Его раньше такого утверждения не было. Я имею в виду, в ЕГЭ не было. И в нем проверяется знание детей по всем разделам физики. Они должны ориентироваться в формулах, они должны ориентироваться в законах, и они должны сориентироваться, сколько утверждений они ищут, сколько тут верных утверждений. Это задание номер один. Следующее задание, задание номер два. Сейчас, секундочку. У меня немножко подвисла презентация сейчас. Так, я нажимаю. Я уже всюду понажимала. Давайте еще раз. О, заработала. А следующее задание. Задание номер два. Оно имеет базовый уровень сложности. Повышенный уровень сложности оно уже имеет. Оно оценивается, опять же, максимальный балл 2 балла. Хотя тут нужно вписать 3 циферки, как мы все видим. И это задание, оно проверяет умение детей работать с графическим представлением информации. И оно опять имеет интегрированный характер. То есть здесь могут быть представлены задания, могут быть представлены физические величины из всех изученных разделов физики. То есть, опять же, и молекулярная физика, и механика, и электродинамика, и квантовая физика. Они все, знания на всех этих разделах может проверяться во втором задании. Здесь необходимо из пяти представленных схематических графиков выбрать те, которые отвечают указанным зависимостям физических величин. То есть у нас есть 3 физических величины, А, Б и В, и 5 графиков. Детям необходимо сопоставить между собой физическую величину и график. Графики схематические, там без цифр, без никаких... ничего не мешает, есть только схематические графики, есть неподписанные оси и есть 3 физических величины, которые эти графики могут описывать. Оценивается оно максимально 2 балла. Так, примеры. Примеры правильного ответа и неправильного ответа. Итак, первая у нас величина. Зависимость модуля импульса равномерно движущегося тела от времени. Это у нас механика. Равномерно движущееся тело от времени, при равномерном движении скорость тела, она не меняется, соответственно, и импульс от времени тоже никак не меняется, никак не зависит. Поэтому из специальных графиков мы выбираем график номер 3. Потому что если мы здесь напишем импульс, здесь напишем время, мы получим график зависимости модуля импульса равномерно движущегося тела от времени. Второй физическая величина – зависимость давления идеального газа от его объема при изотермическом процессе. Это у нас уже молекулярная физика. И мы смотрим на графики и видим, что нам подходит график. Сейчас, секундочку. Правильный график под номером 2. Это я не та посмотрела. Это зависимость давления идеального газа от объема при изотермическом процессе. Он имеет вот такой вот вид. Тут схематически даже показано, что у нас она вот ровненько как так, как выглядит, так как должна выглядеть график зависимости давления от объема. То есть это номер два. И третья физическая величина – это зависимость энергии фотона от его частоты. Это уже квантовая физика. И эта физическая величина у нас описывается вот таким вот графиком схематическим. Причем если дети на уроках физики, они часто, в принципе, видели зависимость, как выглядит зависимость давления идеального газа от объема при изотермическом процессе, потому что в изопроцессе они так и представляются, как, в основном, как в виде графиков. То вот график зависимости энергии фотона от его частоты, я думаю, они редко встречали. То есть на этом месте они должны вспомнить, как выглядит формула энергии фотона от частоты E равняется hν, и понять, что вот E равняется hν в виде схематически изображенного графика, он будет выглядеть таким вот образом. Итого у нас вариант, правильный ответ 33,25. Если они запишут эти 3 цифры в свой бланк ответов, они получат 2 балла. Опять же, если будет допущена одна ошибка, в том числе указана одна лишняя цифра наряду со всеми верными ответами,
или не записан один из элементов ответа, он получит 1 балл. И 0 баллов, если будет допущено 2 ошибки или, собственно, ответа не будет. То есть вот 325, 325 – это 2 балла. Ответ 345 – это уже 1 балл. Хотя, казалось бы, 2 верных ответа ребенок нашел. То есть он сопоставил модуль импульса с этим графиком, энергии фотона с этим графиком, но он неправильно нашел зависимость давления от объема и получает уже 1 балл. Если он правильно нашел 2 графика, сопоставил, но третий просто не дописал, не написал, он получает 1 балл. Ну, соответственно, если он допустил 2 ошибки, то есть вот у него ничего не совпало, он получает уже 0 баллов. Это задание, оно совсем новое, его раньше не было. Если задания с утверждениями, они, по-моему, еще были в ВПР раньше, вот которая была номер 1. Там, правда, не было именно такого подхода, что оно должно быть интегрированное, не менее 3 раздела физики в себя включать. То вот это задание, его раньше вообще не было, и оно только вот в этом году, в ЕГЭ 2022 года, появится на втором месте у детей. То есть вот прямо вот сходу дети должны сразу вот всю физику вспомнить и правильно решить это задание. Следующий пример задания. Это уже задание из нашей книжки я взяла, которое мы, собственно, подготовили по новым КИМам. У нас есть задание то же самое. То есть у нас есть 5 графиков схематически изображенных, у нас есть физические величины, и нам нужно сопоставить одно с другим. То есть зависимость потенциальной энергии математического маятника от времени. Это задание из механики. Мы смотрим на графики, понимаем, что единственный график, который может описывать зависимость энергии от времени маятника, это вот этот график. Зависимость давления идеального газа от температуры при захарическом процессе. Опять же, смотрим на наши графики, понимаем, что при захарическом процессе у нас, соответственно, объем должен остаться постоянным, а давление температуры график будет зависеть таким вот образом. То есть, получается, 2, 1. И зависимость количества нераспавшихся ядер от времени, это квантовая физика, она представлена схематически в варианте ответа номер 3. Того 213 – это правильный ответ, вот за него дается 2 балла. Опять же, если один из ответов ребенок нашел неверно, он уже теряет 1 балл из этих двух. А если он нашел неверно 2, то есть если он напишет, например, там, не знаю, 4, 2, 3, он получит тоже 1, он уже ничего не получит, получит 0 баллов, потому что он допустил 2 ошибки, несмотря на то, что один график он все-таки с нужной физической величиной сопоставил. И если он не допишет что-то, он получит тоже 1 балл. То есть задания, они интересные, необычные, новые, но сложные. И получается, что даже если вот и в первом случае, во втором случае, если одно из утверждений он правильно нашел в первом случае или правильно сопоставил один из графиков с физической величиной, который может описывать, ребенок все равно получает 0 баллов, то есть ничего не получает. Это вот первые два задания, они новые. Так, этих раньше не было. Теперь остальные задания, они уже нам всем знакомы, они уже проверены временем, они просто, собственно, немножко сдвинулись. То есть под номером 3 стоят задачи из механики, точнее, из подразделов механики, кинематики и динамики. Оно проверяет умение применять при описании физических процессов явления величины и закона, то есть по факту это расчетная задача база уровня сложности по кинематике и динамике, в данном случае по динамике. Подразумевается, что ученик, решив ее, напишет ответ. И пишет свой бланк ответов одну цифру 3, получит за нее за верный ответ 1 балл. То есть тут вот дальше там, в принципе, ничего нового, просто немножко все задания сдвинулись. Это задание, точнее, раньше это задание кинематика, она была первым в ЕГЭ, динамика была второй в ЕГЭ, теперь вот их объединили, это задание номер 3. Расчетная задача по механике базового уровня сложности. Задание номер 4, это опять же механика, опять расчетная задача, опять ее просто сдвинули, она стояла под номером 3 раньше, теперь под номером 4, оценивается в 1 балл и проверяет знания детей по теме закона сохранения механики. То есть законы сохранения импульса, закон сохранения энергии, решение задач, базовый уровень. И как вот видели мы на первом слайде, у меня была статистика 2021 года, вот с такого плана заданием в том году справились больше 80% детей. То есть вот это задание
Такой план задания им нравится. Не умеют решать. А, это я не могу, прощения, я просто в чат смотрю, не могу понять, почему разделы физики появляются. Так, пройдем дальше. То есть задание номер 5. Я на этих заданиях отдельно не останавливаюсь, потому что они не новые. Мы все их видели и в том году, и позапрошлом, и раньше. И задание номер 5 в данном случае – это у нас статистика механических колебаний волны. Расчетная задача, механика, базовый уровень сложности. Ребенок должен вспомнить формулу. В данном случае, как должны равенство сумм момента сил, чтобы у нас тут что? Чтобы ось была неподвижной, рычаг находился в равновесии. Записать, решить и получить 1 балл, если он напишет в бланк ответа свой цифры по 100. Мне на самом деле тоже пока что задание номер 4, оно сложное для первой части, потому что тут ребенок должен понимать и вектора, как работают, и записать верно закон сохранения импульса. То есть оно обычно, задания на этом по закону сохранения механики, они полегче. Я согласна. Ну, собственно, это задание из демо варианта. Может быть, как бы... Увидев цифру, что 8% детей справились с теми заданиями, которые были полегче, на мой взгляд, они решили немножко усложнить. А может, просто так в Димой вариант попало такое задание, а на самом деле задания будут, как обычно, попроще. То есть не по закону сохранения, но в более привычном нам виде, там, где можно будет там, не писать с векторами, не разбираться. Да, но дети его решают. Я тут я согласна, да. Но по сравнению с теми, что стояли на этом месте в том году, оно, мне кажется, тоже показалось посложнее. Но дети решают, и, в принципе, по всем критериям оно что-то подходит. Базовый уровень сложности, закон сохранения импульса, ну, не такое простое, как могло бы быть на этом месте стоять. Так, дальше у нас, опять же, задание, которое нас ничем не удивит. Это задание по механике. Оно и раньше было. А, нет, единственное, чем оно нас удивит, формулировка вопроса. Раньше на этом месте стояло задание, выберите 2 верных утверждения из 5 предложенных. Также был дан какой-то график. Ну, например, если где чудеса кинематики, давали какие-то утверждения по поводу ускорения, частоты и, так далее, и там, пути пройденного телом. Но нам было видно, что этих утверждений должно быть 2. Но вот сейчас задание осталось, оно повышенную сложность имеет, оно оценивается в 2 балла, проверяет знания детей по всем разделам механики. Но теперь вот формулировка «выберите все верные утверждения из 5 предложенных», оно его, конечно же, усложнило по сравнению с тем, к чему дети привыкли. Потому что раньше можно было, положа руку на сердце, немножко угадать ответ. Раньше можно было найти 2 остальные точки, которые там, ты точно уверен, что неверно, остальные не рассматривают. Это, конечно, нехорошо так делать. Но дети так делали, все мы знаем. То теперь все это отменяется, и у нас теперь есть вариативность того, сколько этих утверждений верных ребенок должен найти. Вот пока выберите все верные утверждения. Вот в данном случае ответ 134. Если ребенок его правильно запишет, получит 2 балла. Если он напишет, например, найдет только 1-4 верное, он получит только 1 балл. Если он допустит 2 ошибки, то он получит уже 0 баллов. Задание номер 7 тоже, в принципе, ничего нового. У нас есть задачка, где спрашивается, как изменятся какие-то физические величины в описанной ситуации. По механике базовый уровень сложности оценивается в 2 балла, и такая задачка была и в том году, и раньше там тоже была. То есть есть табличка, куда ребенок должен вписать. 3, если физическая величина не изменилась, 1, если она увеличилась, 2, если она уменьшилась. То есть вот в данном случае он записывает 33 и получает свои 2 балла. Если он, допустит одну ошибку, запишет не 32, не 33, а 32, то есть почему-то решит, что сила Фемида уменьшится, он получит уже 1 балл. И задание номер 8. Тоже, опять же, это задание, оно было и в том году.
в такой же формулировке у нас есть задание на соответствие. Дана какая-то ситуация, даны физические величины и даны формулы, по которым их можно рассчитать. Оно имеет базовый уровень сложности, 2 балла. Ну, на самом деле, опять же, это задание я взяла из демоверсии, и оно такое в демоверсии. По-моему, это тоже сложновато для базового уровня сложности, потому что дети обычно синусы, косинусы, как, и зная, как меняется координата x от времени, найти, как меняется скорость от времени. Это для них обычно сложновато, но вот такой вот у нас пример в демоверсии. Тут правильным ответом будет две цифры, которые записаны в правильном порядке. Оценивается он 2 балла. 9-10 задание – это у нас уже началась молекулярная физика. То есть первые 6 заданий, они были по механике. Вот если мы вспомним ЕГЭ 2021 года, там таких заданий по механике было 7. Но это просто было за счет того, что заданий расчетных по уровню сложности их было на одно больше, потому что раньше кинематика проверялась первым заданием, а динамика проверялась вторым заданием. Сейчас заданий стало на один меньше по механике, именно их 6 заданий. 3 задания расчетных базовых уровней сложности, 1 задание на соответствие, 1 задание на изменение величины каких-то физических в описанном процессе и 1 задание на множественный выбор. Теперь быстренько пройдемся по молекулярной физике термодинамики. Тут у нас есть 5 заданий всего, так же, как было и в том году. Из них 3 задания – это расчетные задачи базового уровня сложности. Первых 2 по молекулярной физике, но в данном случае первое – это по основам МКТ. Во втором задании нам требуется найти там, изменение внутренней энергии, исходя из нарисованного графика, как проходил какой-то циклический процесс. Каждое оценивает задание в 1 балл. 10-е задание, но по термодинамике, 11-е уже. И тоже оценивается в 1 балл и имеет базовый уровень сложности. То есть задания, они, в принципе, привычны и нам, и детям. 12-е задание – это задание на множественный выбор. Тоже уже по молекулярной физике. Имеет повышенный уровень сложности, оценивается в 2 балла, если верно указаны все верные утверждения из 5 предложенных, опять же. Это усложнило задание, но вот они теперь такие на множественный выбор. 13-е задание – это молекулярная физика, задание на изменение физических величин. Причем так задание выглядит в демоверсии, но в спецификации, если посмотрим, то те же описания, там, те же уровень сложности, тот же максимальный балл, подходит еще задание на соответствие. То есть, в принципе, на 13-м месте может быть еще задание на соответствие, где необходимо будет сопоставить между собой физическую величину, там и график, физическую величину и формулы, по которым их можно рассчитать. Но опять же, это вот задания, они были и в том году. То есть это не какие-то новые задания. Дальше у нас пошло электричество. Таких по электродинамике у нас 6 заданий. 3 первых – это расчетные задания базового уровня сложности, которые оценятся в 1 балл. Все, что меняется, это, собственно, разделы физики, знания которых проверяются. 14-е задание – это электрическое поле, законы постоянного тока. Это вот то задание, с которыми дети в том году, у них были большие трудности с этим заданием, мы там смотрели пример, то есть оно, их с ним справились меньше половины детей. Задание номер 15 – это по магнитному полю электромагнитной индукции по темам. Тоже расчетное, базовое уровень сложности оценивается в 1 балл. Задание номер 16 – я тут, наверное, разделы физики неправильно указала, должна быть оптика. Базовый уровень сложности – 1 балл. То есть это несложная задачка по оптике, которая ценится в 1 балл. И следующие несколько заданий, так же, как и в механике, это задание сначала на множественный выбор, где нужно выбрать все верные утверждения из 5 предложенных. Потом задание, где нужно поставить как меняется, поставить соответствие, определить, как меняется физическая величина в каком-то описанном процессе. Увеличивается она, уменьшается или не изменяется. И номер 19 – это электродинамика, задание на соответствие. Я так быстро проскакиваю по заданиям, потому что они, в принципе, не новые, и
они знакомые всем, и я хочу быстрее дойти до тех заданий, которые появились только в этом году. Поэтому, если какие-то вопросы, то вы мне их пишите, и мы остановимся подробнее. Пока это просто вот примеры заданий, которые будут в этом году на ЕГЭ по физике. Просто с пояснениями, к какому подразделу физики они относятся и в какой, сколько баллов оценивается. Задание номер 20, оно раньше было только квантовая физика, подразумевалось. Теперь еще прописано основы СТО и квантовая физика, то есть основы специальной теории относительности и квантовая физика. Но это расчетная задача базового уровня сложности. Мне трудно предположить, какая задача тут может быть из специальной теории относительности, учитывая, что мы с вами смотрели кодификаты, где на базовом уровне они должны знать только, в принципе, то, что скорость света, она не зависит от системы отчета, скорость света не меняется. Поэтому вот на этом месте еще может стоять какая-нибудь задача, связанная со специальной теорией относительности, расчетная базовая сложность, да, судя по спецификации. Двадцать первое задание – это, опять же, основы теории относительности и квантовая физика. Задание, где нужно сопоставить, как меняется, увеличивается, уменьшается какие-то физические величины в описанных процессах. Базовый уровень сложности оценивается в 2 балла. Это вот тут вот, наверное, я ошиблась, не обращайте внимания, тут 2 балла, как обычно. Верный ответ, ну, в данном случае 23, то есть если ребенок пишет 33, он получает 1 балл. Если он пишет 32, то есть и то неправильно, он получает уже 0 баллов. Задание номер 21. Это, опять же, квантовая физика, основы специальной теории относительности. Это, если мы посмотрим спецификацию в КИМАК 2002 года. Вот, должно поставить соответствие формулу или какую-то физическую величину. То есть задание 21, оно, судя по спецификации, оно может быть или вот таким вот, то есть там мы смотрели, как меняется какая-то физическая величина в описанном процессе. Уменьшается, увеличивается, не изменяется. Или вот таким вот. Поставить соответствие формулу и физические величины. Это связано с тем, что в спецификации они имеют одинаковое описание, одинаковый уровень сложности и одинаковое количество баллов оценивания. Теперь мы дошли до блока, который проверяет знания методологических умений. То есть у нас, так же, как и в том году, всего 2 задания по этой теме. Задание номер 22 связано с прибором, то есть определение показания прибора и правильная запись. Под точно таким же номером это же задание стояло и в том году. Причем, маленькая пометка, в перспективной модели такого задания вообще не было. То есть, ну, может быть, его в следующем году берут, не знаю. Но оно к нам вернулось, оно то есть никуда не ушло, в отличие от астрофизики, которая тоже не было в перспективной модели, но и сейчас нету. А приборы к нам вернулись, и дети с ними справляются. Обычно вызывают сложности только вот случаи, типа того, который изображен на вот данном слайде, то есть когда у нас не просто приборы и одна шкала, где у нас нужно обратить внимание, как подключен наш амперметр, что он подключен вот в клемму 3 ампера, что значит мы смотрим по шкале, которая соответствует максимальному измерению в 3 ампера, это получается верхняя шкала, и по верхней шкале определяем показания прибора. Наталья Николаевна, ответ... Ну, это ответ, вот вы правильно написали, ответ вот именно в бланк ответов мы напишем 0,6, 0,1. Там плюс-минус, это просто вот вы, когда ребенок получает свой лист, где будет задание, там плюс-минус стоит, а в бланк ответа, когда он перенесет, он, конечно, должен плюс-минус не ставить. Там будет даже в рамочке написано, что перенесите бланк ответов, свой ответ, не используя никакие дополнительные знаки и просто подряд две циферки. Правильный ответ в бланке ответов должен выглядеть 0,6, 0,1. Это просто так, как это выглядит в задании. С подписанным единицей измерения и с плюс-минус. Единицей измерения тоже смотреть надо, потому что иногда дети еще не обращают внимания, что, например, здесь может быть написано миллиампер. Ну, точнее, с амперметром это маловероятно, там вот с линейками, там сантиметры, миллиметры. Вот такое бывает, что прибор, например, у нас в сантиметрах, а
Вот здесь предлагается в миллиметрах посчитать показания этого прибора, ну, то есть что там мы измеряем, длину чего измеряем, и погрешности. Тогда в ответ, конечно, мы пишем без знаков и без единиц измерения. Что именно? Так это не ответ, это вот как это выглядит в задании. Бланк ответа, он должен перенести цифры без знаков никаких между ними. То есть сначала показания, потом погрешность. 0,6, 0,1. Так. Не, карандашик пишет. Не пишет плохо, не будем писать. То есть ответ правильно 0,6, 0,1 это в смысле ответ, который должен быть записан учеником в бланке ответов. Следующая. Вот следующая задачка. Она тоже под номером 22. Я специально выбрала такой пример, где бы у нас была погрешность с каким-то с значащими цифрами больше, чем, собственно, показания прибора. То есть в данном случае у нас есть какая-то схема, даны два прибора, вольтметр, миллиамперметр в данном случае, и требуется найти, какой силы тока течет в цепи. Тут дети, во-первых, первая ошибка, которая может быть, дети не тот прибор берут. То есть если у них есть на выбор два прибора, это уже вызывает некоторые путаницы, чем если бы он был один. А второе, в записи ответа уже, вот в бланке ответов, они должны написать 19.0. Лариса, я могу написать? Нет, не могу. Корявенько я буду очень корявенько. То есть они должны написать в бланке ответов 19.0, без пробела, без ничего, 0,5. Вот так вот корявенько, только так. То есть это вот... В таком виде ответ должен быть записан в бланке ответов у них. То есть они должны мало того, что не писать всякие знаки, запятые, пробелы между показанием прибора и погрешностью, они еще должны обратить внимание, сколько знаков после запятой у нас в погрешности значащих. И потом поставить соответствующее количество нулей в... Собственно, в показаниях прибора. Ну, прошу прощения, в следующий раз тогда сразу буду писать так, как это будет выглядеть в бланке ответа, потому что вот сейчас я ориентировалась на та запись, которую дети видят, именно получив задание. У меня и до этого будет уже ответ, черточка, там, метры, например. Ну, хорошо, в следующий раз буду ориентироваться на, как бы уделять больше внимания на то, как эти ответы должны перенестись в бланк ответов. Относятся они без всяких знаков. И вот именно в задании номер 22, когда мы определяем погрешность, мы должны посмотреть, сколько значащих цифр у нас есть в погрешности после запятой, и, соответственно, поставить столько же количество нулей в, собственно, в наших показаниях прибора. Татьяна Николаевна, ну потому что такое требование. То есть... Я не могу сказать, что это усложняет задачу, потому что по факту там нужно просто обратить внимание на количество значащих цифр. Но когда мы записываем, собственно, погрешности, мы записываем показания плюс какая-то погрешность, мы должны учитывать количество значащих цифр, какие у нас в погрешности есть. То есть таким образом мы показываем, что у нас... Как это может меняться и показания прибора. То есть верный ответ с половиной до 19,5. И вот именно в бланке ЕГЭ в ответ вот в таком записи должна выглядеть. Вот такая запись должна быть в правильный ответ в бланке. И дети, да, решают задания эти хорошо. Там, если мы посмотрим по статистике, это задание тоже одно из тех, с которым дети справляются, но, в принципе, несложное. А, вот видите, я тут ошиблась. Да? Должно быть миллиамперметр. Да, это я когда вписывала, тут должно быть, конечно же, миллиамперметр. Ну, в общем, тут написано миллиамперметр. Я не могу стереть, к сожалению. Там, если здесь миллиамперметр, то здесь, конечно, тоже должен быть миллиамперметр. Я тут замазала.
Так, ну тут было написано неправильные единицы, тут должно быть миллиамперметр. Это я случайно хотела миллиамэа написать, но вот получилась какая-то грязь. Я, к сожалению, не могу отменить сейчас. Нет, не получилось. То есть, давайте сформулируем окончательно. Вот это вот надо стереть, вот это, да. Да, вот. Так. Здесь вот моя ошибка, когда я вписывала ответ, то должен быть миллиамперметр. Да, если здесь были бы амперы, не миллиамперы, а амперы, то мы бы по-другому писали 19, и погрешности, и все это было бы с большим количеством нулей. Нет, это просто я, когда задание переделывала сегодня перед презентацией, я немножко ошиблась в единицах измерения. То есть формулируем окончательно, что это задание, но с небольшим подвохом, в том смысле, что в бланк ответов мы переносим цифры, полученные сначала показания, потом погрешности, не разделяя их некими знаками, точками, запятой, плюс-минус пробелом, и при этом смотрим на количество значащих цифр погрешности и пишем соответствующее количество нулей в показании прибора. И, конечно же, обращаем внимание на единицы измерения, в которых нам требуется написать, потому что на предыдущем слайде я сама сказала, что это внимание надо обращать, ну, а когда писала задание, то ошиблась. Естественно, это задание из нашей книжки, естественно, там такой ошибки нет, это уже я его сегодня переделывала, сама писала ответ, но вот получилось не очень. Прошу прощения. Так, 23-е задание, оно тоже вот, проверенное временем. Оно было и раньше, оно тоже стояло на 23 месте. И, по-моему, там вот 80% детей с ним в 2021 году справились. Тут дано какое-то... Дана какая-то задача, что провести какой-то эксперимент, где нужно или исследовать зависимость какой-то величины от другой величины, или выбрать каких-то несколько... в данном случае проводников, которые нужно использовать для определения зависимости, в данном случае сопротивления от длины там, сопротивления от его диаметра. То есть мы должны выбрать два проводника, которые одинаковые в длине, у них одинаковая длина, одинаковый материал, но разный диаметр. И записать их номера, опять же, без запятых, без пробелов, без ничего. С этим... заданием ребята справляются отлично. Другой пример такого же задания, когда дана нам не табличка, а рисунки. То есть у нас есть схематические изображения тех предметов, которые можем использовать для нашего эксперимента. В данном случае клин у нас есть с разными углами наклонов. Есть какой-то грузик. И необходимо найти... какие из данных установок две нужно использовать для того, чтобы исследовать, как будет зависеть сила трения от угла наклона нашей наклонной плоскости. Соответственно, мы должны выбрать те установки, у которых одинаковый материал, то есть одинаковый коэффициент трения, одинаковая масса грузика, просто различный угол наклона, там номера 2 и 5, и записать эти ответы. То есть это задание, оно старое, ну, в смысле, что по характеристикам. Такое задание было и в том году, дети с ним справляются, поэтому быстро пролистываем. Итак, мы дошли до второй части. Вторая часть под номерами 24-30 – это задания, которые необходимо детям писать на отдельном бланке. То есть это задания, которые будут проверяться потом экспертом, которые необходимо правильно оформить, необходимо правильно решить и записать ответ. Полное решение каждой задачи должно содержать законы и формулы, при которых необходимо достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, расчеты с численным ответом при необходимости рисунок, поясняющий решение. Это вот соответствует заданиям, где нужно расчетное задание, повышенное, высокого уровня сложности. Всего у нас таких заданий 7. Первое задание – это качественное задание. Оно имеет повышенный уровень сложности и максимально оценивается в 3 балла.
То есть обычно это задание по электродинамике или по молекулярной физике. 25-26 задание – это задание повышенного уровня сложности, которое ценится в 2 балла. То есть это те задания, которые раньше оценивались в 1 балл и которым требовалось только дать ответ. Теперь необходимо дать решение, и если правильное решение, правильный ответ, то получаем 2 балла. Первое, 25-е – это может быть или механика, или молекулярная физика, термодинамика. 26-е – это или электродинамика, или квантовая физика. 27, 28, 29 – это, опять же, привычное нам задание высокого уровня сложности по молекулярной физике или по электродинамике, которое оценивается в 3 балла. Причем заметьте, что квантовая физика из заданий высокого уровня сложности она пропала. То есть сейчас по спецификации задания высокого уровня сложности по квантовой физике быть не могут. То есть у нас может быть только молекулярная физика, электродинамика, включая оптику, или механика. Вот, и одно из изменений, которое произошло в этом году, механика, задание высокого уровня сложности, оно теперь перекочевало в самый конец варианта, оно теперь стоит под номером 30 и оценивается в 4 балла. Потому что у него теперь немножко другая формулировка и немножко другие критерии оценивания. Мы до этого дойдем. Задание номер 24 – это качественное задание. Вот в данном случае в демо-варианте представлен вопрос по электричеству. То есть тут должен ребенок указать, даже построить график, изобразить график зависимости. Там у нас лампочка, есть лампочка, катушка индуктивности. Да, задач по фотоэффекту теперь не будет, потому что, судя по КИМам этого года, квантовая физика, она вообще в заданиях высокого уровня сложности не представлена. Там, если вы откроете спецификацию, там каждому заданию дается раздел физики, в котором он соответствует. Квантовая физика, она есть только в заданиях повышенной уровня сложности. Высокого уровня сложности фотоэффект не будет. Наверное, да, наверное, жаль. Так, задание номер 24 качественное. Оно оценивается максимум в 3 балла. В нем нужно подробно описать, в данном случае нарисовать еще график и подробно описать свое решение. Почему именно такой график и как там все происходит с током, почему, когда загорается лампочка, в данном случае. Мне подробно останавливаться или просто дальше смотреть, пока мы не дойдем до чего-нибудь более нового? Вот, критерии оценивания остались точно такими же. То есть, если приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ, если приведены исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов, если в данном случае еще построен правильный график, потому что там именно в задании спрашивается «постройте график», поэтому для максимального получения баллов нужно еще построить верный график, то ребенок получает 3 балла. Если был дан правильный ответ и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько недочетов, он уже получает два балла. То есть, если, например, указаны все необходимые явления и законы, но какой-то есть логический недочет. Если в решении есть какие-то лишние записи, которые не зачеркнуты или они лишние, но они не зачеркнуты, и не где-то там в стороне, не отделены от решения. Если есть неточности в указании на одной из физических явлений или свойств, которые использует ученик, то он уже получает 2 балла. 1 балл – это если написано хотя бы указаны все необходимые для объяснения законы закономерности, которые мы используем, или написаны все законы закономерности, но получен неправильный ответ – там, или есть какой-то получен правильный ответ, но есть ошибки в логике решения. Ну и 0 баллов, соответственно, если ничего правильного не написано. То есть во всех остальных случаях. 25-я задача – это у нас механика, молекулярная физика, термодинамика, повышенная уровень сложности, оценивается в 2 балла. На нем я хочу остановиться подольше, потому что задания, которые оцениваются в 2 балла, повышенный уровень сложности, они появились только в том году, механику когда перенесли. То есть по критериям оценивания давайте сейчас посмотрим, что требуется от ученика. Потому что на самом деле
критерии, они точно такие же, как и для задания в 3 балла, хотя теперь дается 2 балла, потому что просто задание легче. То есть нужно меньше использовать формулу, нужно... Она проще решается. То есть в данном случае у нас в седьмом варианте представлена задачка. Груз массой 75 кг поднимает с помощью рычага, приложив вертикальную силу. Рычаг сделан из однородного стержня и длиной шарнирно закреплен. Здесь нам масса стержня, здесь нам длина. Определите модуль силы F, если расстояние на рисунке у нас есть, вот циферка B от оси до шарнира до точки подвеса равно 1,6, считай, что трение в шарнире отсутствует. Итак, у нас есть задачка. Ее полное решение выглядит вот следующим образом. То есть необходимо расставить силу действующую на рычаг. То есть не то, что необходимо, такого требования задачи нет, но как мы по-другому решим? То есть мы расставляем силу действующую на рычаг, расставляем, смотрим, при каком условии рычаг будет находиться в равновесии, то есть смотрим, какие моменты сил действуют на рычаг, считаем, что их сумма должна быть равна нулю, записываем относительно вот точки О шарнира выражение, и отсюда выражаем, собственно, силу F, которую нам необходимо найти. Здесь мы не используем никаких новых, мы не вводим никаких физических величин, которых не было бы или на рисунке исходном, или в тексте. То есть мы работаем с теми данными, что у нас есть. Получаем ответ. Получаем 350 ньютонов. В принципе, векторное уравнение можно не писать. То есть мы можем сразу записать, что мы считаем, что моменты сил, которые крутят на шарнир в одну сторону, моменты сил, которые крутят на другую шарнир в другую сторону с минусом, и приравнять нулю. То есть это, в принципе, решение, но соответствует тому решению, которое приведено в демоварианте. То есть это вот то решение, которое нам приводит как, ну, образец, можно сказать. 5 секундочку. Так, теперь смотрим по критериям. Она оценивается в 2 балла, причем критерии не очень похожи с критериями оценивания в 3 балла решения задачи высокого уровня сложности. То есть критерии те же самые, требования те же самые, просто задача проще. Итак, 2 балла ребенок получит только если он правильно записал все положения теории, там законы, применение которых необходимо для данного случая. То есть он правильно написал условия равновесия, закрепленной осью вращения. Мария Михайловна, судя по их решению, в принципе, можем не пояснять. То есть они записали условия равновесия относительно шарнира О вот сразу таким вот образом. Прошу прощения. То есть можно было бы написать через вектор, а потом уже из векторного выражения перейти к такому скалярному. Так, кроме того, описаны все вновь вводимые в решение буквенные обозначения физических величин, за исключением тех констант, которые даны в кодификаторе, которые даны в условии стандартных обозначений. То есть если бы мы где-то где-нибудь в условии ввели бы какую-нибудь величину x, обозначив вот это вот расстояние x, но если нам зачем-то это нужно было бы, мы бы должны были это x или нарисовать на рисунке, на нашем, или где-то отдельно написать x тире там расстояние от конца нашего рычага до точки подвеса. То есть если появляется в решении какая-то неизвестная физическая величина, которую вы вводите для того, чтобы как-то ваше решение упростить, ну, для ваших целей, то вы должны ее описать, иначе это будет уже ошибка. Потом, если представлены все необходимые преобразования, расчеты, приводящие к правильному ответу, можно решать по частям. Или если представлен правильный ответ с указанием единицы измерения искомой величины, то это полностью верное решение, ученик получает 2 балла. А, Наталья Владимировна, что вы имеете в виду? Слава, поясни, писать не обязательно. Вот с моим примером с X, но если его нарисовать на рисунке, то да, конечно, не обязательно писать, что я имею в виду. Если бы я на рисунке его не нарисовала, а где-то ввела бы в уравнение, у меня появилось бы какой-нибудь MGX, то ну, надо было бы где-то написать, что я имею в виду. А, в смысле, к формулам пояснения? Нет, ну тут какие-то пояснения есть.
не просто сухие формулы, как иногда бывает. То есть вот на таком уровне, в принципе, и хватит. Мы там дальше посмотрим про пояснения, которые тебе требуются к высокому уровню сложности. Вот там вот уже все посложнее будет. То есть тут мы написали, откуда у нас взялось МЖ, тут мы расписали условия равновесия, написали видео потом в виде формулы это условие равновесия и выразили отсюда F. То есть задание – это задание повышенного уровня сложности. По максимуму оценивается в 2 балла. Если при этом допущена какая-нибудь ошибка, то есть, например, не все записи у нас есть, если у нас есть какие-то лишние записи, если у нас… Вот если бы я ввела какой-то x, я бы его не написала отдельно, это был бы вот этот пункт, я бы уже потеряла 1 балл. Если есть какие-то лишние записи, которые никак не отделены, не зачеркнуты, тоже теряю 1 балл. Если я ошиблась в вычислениях уже в окончательных или пропустила какие-нибудь важные шаги логические в вычислениях, все это я бы потеряла 1 балл. Или если бы я неправильно записала ответ, допустив ошибку в единицах измерения, это тоже 1 балл потеряла бы, но 1 балл бы у меня остался. Если бы я все другие случаи решения, которые не соответствуют ни первому, ни второму пункту, это 0 баллов. Потом дальше по-быстрому пройдемся по тем заданиям, которые у нас уже ничего нового не появилось в них. Задание номер 26 – это задание повышенной уровня сложности по электродинамике и квантовой физике. Оценивается максимум 2 балла. То есть то же самое было, что и в том году, только вот с уточнением, что теперь нужно привести решение и привести ответ. Критерии оценивания решения – те же самые, что вот мы рассмотрели подробнее в прошлой задаче. То есть верный ход рассуждения, записанные формулы необходимые, никаких лишних записей, верно посчитан ответ – 2 балла. Это просто пример решения. Давайте пройдем дальше. Потом задание номер 27. Это уже пошло в высокий уровень сложности. Первым пунктом у нас сначала идет молекулярная физика, термодинамика. Она оценивается в 3 балла, имеет высокий уровень сложности. Но задания не остались те же самые, что и в том году. Критерии, в принципе, тоже те же самые. Задание номер 28. Это электродинамика. Опять же, высокий уровень сложности. 3 балла. У нас теперь в высоком уровне сложности два задания по электродинамике. Но в демо-варианте это одно задание, вот вы его видите сейчас на экране, то есть у нас по электричеству, а второе задание будет по оптике. За критерии оценивания на 3 балла, они, в принципе, очень похожи с тем, что мы сейчас рассмотрели повышенную уровень сложности. То есть у нас нужно написать решение полное. Вот в данном случае у нас есть задачка, что есть конденсатор, заряжен до напряжения 300 вольт и включен последовательную цепь из резистора, известной, это у меня просто немножко криво скопировалось, сопротивление равно 300 Ом, из заряженного конденсатора S2 равняется 2 микрофарада и разомкнутого ключа. Такое количество теплоты выделится в цепи после замыкания ключа, пока ток в цепи не прекратится. Естественно, мы должны сначала записать первичный заряд конденсатора первого. Первого конденсатора. Потом уточнить, что в результате перезарядки устанавливаются одинаковые напряжения. Так как ток прекращается, напряжение на резисторе становится равным нулю. А общая емкость конденсаторов у нас C общая будет равна C1 плюс C2, потому что они соединены параллельно, когда у нас мы запнем ключ. По закону сохранения мы можем записать, чему будет равен заряд общий, и в конце концов решить задачку, учитывая, что у нас выделившееся в цепи количество теплоты равно разности значения энергии конденсаторов в начальном и в конечном состоянии, то есть до и после замыкания нашего. Получить ответ. Сейчас я дойду до оптики, и вебинар мы тоже обсудим, возможное будущее, да? И у нас просто мало времени осталось. Решение на 3 балла, на 2 балла, на 1 балл, они, в принципе, критерии, они всем известны, потому что они не менялись еще с того года. Давайте сейчас вот мы быстро пробежимся по решению номер 29. Это вот у нас электродинамика, высокий уровень сложности. В данном случае это как раз-таки оптика.
Но это вот в данном случае по факту в спецификации прописана просто электродинамика. Но у нас задание 28 по электродинамике, 29 по электродинамике, так что, скорее всего, одно из них это будет оптика. Но взаимовесие – это оптика. Здесь задачка, я не скопировала. А, вот задачка, собственно, есть. Здесь нужно там построить изображение двух источников вниз, указав ход лучей. Я на этом останусь подробно, потому что вот именно в оптике, если указано в задании, что нужно построить какое-то изображение, то если ученик его не построит, все решив правильно, ну, например, на человеке построит, а не перенесет это решение, он потеряет один балл просто потому, что вот требования рисунка у него не выполнены. И вот задание 30, это вот то самое, которое появилось в этом году. Это задание высокого уровня сложности по механике. Оно теперь оценивается в 4 балла. И вот тот самый дополнительный балл, он дается за обоснование. То есть у нас теперь немножко поменялись критерии оценивания задания высокого уровня сложности по механике. Итак, вот в демо-варианте нам дано задание. У нас есть снаряд, масса 4 килограмма, летящая скоростью 400 метров в секунду. Он разрывается на две равные части, одна из которых летит в направлении движения снаряда, а другая в противоположную сторону. В момент разрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается на пол мегаджоуля. Нужно найти скорость осколка, летящего по направлению движения снаряда, сопротивлением воздуха пренебречь. То есть сама задача, она, в принципе, могла встретиться в том году на месте задания номер, получается, 28 или 27, ну, в общем, по заданию по механике высокого уровня сложности в том году. Но теперь у нас еще есть приписка. Какие законы вы использовали для описания разрыва снаряда, обоснуйте их применимость к данному случаю. И вот этот самый один дополнительный балл, четвертый, он дается за обоснование. У нас отдельно теперь оценивается обоснование применимости законов. Ну, в данном случае закон сохранения энергии импульсов. И отдельно в 3 балла оценивается, собственно, решение. Так же, как и в том году. То есть у нас есть решение, которое, так же, как и в том году, по тем же критериям оценивается от 0 до 3 баллов. И есть обоснование, по которому нам позволяет использовать при решении определенные законы и формулы. И вот это именно обоснование оценивается в 1 балл четвертый. Давайте подробно на примере посмотрим. Итак, вот в данном случае у нас обоснование чего? У нас обоснование того, почему мы можем применять закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. У нас получается, что для начала мы используем, при решении мы используем закон сохранения импульса. Он выполняется в инерциальной системе отчета, если сумма внешних сил, приложенных к телам, системы равна нулю, что у нас происходит. И так как у нас отсутствует сопротивление воздуха, внешняя сила является только сила тяжести МЖ, которая не равна нулю, но этим можно пренебречь, потому что у нас очень быстрый разрыв, быстро все разваливается, разлетается. Поэтому за малое время разрыва импульс каждого из осколков меняется на конечную величину. И, собственно, мы можем закон сохранения импульса написать. А так как у нас при этом еще не меняется высота, на которой происходит все это, весь этот разрыв, взрыв или, ну, то есть наш снаряд на осколки разлетается, то мы можем пренебречь изменением потенциальной энергии и записав закон сохранения энергии в виде закона сохранения энергии кинетической. То есть у нас была одна масса и снаряда полного, и его скорость, а после разрыва у нас получилось две массы и две скорости. То есть мы должны обосновать, почему мы вот в этой задаче можем применять закон сохранения импульса, и почему мы можем применять закон сохранения энергии. И вот за это обоснование дается один отдельный балл. Есть отдельные критерии. Ну, это, собственно, это вот решение задачки. Но отдельные вот есть критерии для обоснования, вот критерии для оценивания. Отдельные критерии для обоснования, то есть один балл дается, если верно и обоснованно возможность использовать законы, о которых мы говорим в обосновании, которые мы потом используем. Ну и 0 баллов, если допущена ошибка или это обоснование не приведено. То есть вот если ребенок решит задачку так же, как он решал и в том году, то есть просто запишем закон сохранения импульса, там формулу с векторами, без векторов, запишем закон сохранения энергии. С векторами, без векторов, энергия без векторов. Вот, и закон сохранения энергии, записав, как меняется энергия в процессе, в этой задачке. То есть полностью решив задачку, записав все верные формулы, все объяснив, никаких лишних записей не допустив, он получит только 3 балла, потому что у него нет обоснования.
Вот. А в основании, оно правильно записано, дает еще один балл. В демо-варианте, если вы посмотрите, там еще есть второй вариант задания номер 30, он по динамике получается. Там идет речь о том, что через блок перекинут какой-то на нитке груз, и необходимо обосновать, почему мы можем использовать закон второй закон Ньютона для решения этой задачи. Почему мы считаем, что у нас сила натяжения нити в одной части, вот с одной стороны от блока, и с другой стороны блока она одинакова, почему мы так считаем. Почему мы считаем, что наши тела будут двигаться с одинаковым ускорением, то есть тело, которое висит на одной стороне нашего блока, на другой стороне нашего блока. Ну, так как нить у нас нерастяжимая, ускорение будет одинаковое, но это нужно вот этому обоснованию дописать, и тогда это уже будет задачка оцениваться на 4 балла, а не на 3. При этом критерии оценивания на 3 балла за решение самого, они остались точно такие же, как и раньше были. То есть 4 балл дается вот за обоснование, почему мы можем пользоваться теми формулами, которыми мы пользуемся при решении задачи. Критерии на 3 балла, они остались точно такими же. То есть если верно записали законы закономерности, которые используем, верно записали закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. Да, Елена Ильинична, обоснование нужно писать именно вот как сочинение словами, что мы можем использовать закон сохранения энергии вот в таком виде, потому что у нас потенциал энергии не меняется. Или мы можем написать, что ускорение грузиков на нитке перекинуто через блок одинаково, потому что у нас нить нерастяжимая. То есть вот такого плана. А само решение, оно оценивается в 3 балла, так же, как и раньше. И если все решено верно, то есть решены верно записаны все необходимые формулы, верно проведены вычисления, можно по частям, верно получен верный ответ с правильными единицами измерения, это оценится в 3 балла. Если допущены какие-нибудь из ошибок, то мы получаем 1 балл, 2 балла. Если там приведено хотя бы что-то из полезного, то есть дана какая-то, отсутствует одна из исходных формул, но есть какие-то другие формулы, но есть какие-то логические изъяны, но хотя бы верно записаны формулы, это же в некоторых случаях оценится в 1 балл, ну и, соответственно, если ничего нет, то это оценится уже 0 баллов. Да, Елена Ильинична, время остается тем же, 3:55, почти 4 часа без 1 минут, без 5 минут. Так, итого, изменения, если кратко. У нас в 2022 году у нас изменилось количество заданий, их было 32, стало 30. Но при этом, как вы посмотрели, некоторые задания не усложнились. Потом в части первой введены были новые 2 задания. Базовые уровни сложности, которые имеют интегрированный характер. То есть каждая из них проверяет знания детей по разным разделам, одновременно по разным разделам физики. Потом третий пункт. Изменена была форма задания на множественный выбор. Если раньше требовалось найти 2 верных утверждения из 5 предложенных, то теперь необходимо найти все верные утверждения из 5 предложенных. Нет задания по астрофизике, что мне очень ничего грустно. В части 2 было увеличено количество заданий с развернутым ответом, то есть это те задания, которые ученик должен решить на отдельном листе, которые потом экспертом проверяются. И шестой пункт. Изменены критерии оценивания, ну и сам вопрос изменен в задании высокого уровня сложности по механике. Это то, что мы сейчас смотрели. Нужно теперь отдельно написать обоснование, почему мы можем формулы применять. Ну, теперь немножко я расскажу про наши книжки, то есть те книжки, которые выпустило наше издательство по физике в этом году, те, которые уже... Значит, сначала пару слов про 9 класс. То есть в 9 классе у нас уже вышли, доступны в магазинах книжки «Тематический тренинг» и 30 вариантов по новой спецификации. Ну, в принципе, в 9 классе спецификация не поменялась. Какие мы не поменялись, не стали такими же, как в том году. И надеюсь, в этом году ЕГЭ наконец-таки пройдет по этим обновленным КИМам, потому что вот 2 года назад этого не было. В том году оно было в сокращенном варианте, но уже по новым КИМам, но с вычетом некоторых задач. Вот. Но сами КИМы не поменялись. Книжки у нас есть книжка с вариантами. Это 30 новых вариантов, написанных по новой, по последней спецификации, написанной в августе, опубликованной в августе на сайте ФИПИМ.
к этим 30 вариантам, ко всем заданиям части 2, то есть ко всем заданиям, на которых требуется дать развернутый ответ, там есть решение, то есть тут приведены решения всех заданий с развернутым ответом, даны, конечно же, все ответы ко всем заданиям, и есть краткий теоретический справочник. Эта книжка, она уже доступна при заказе у нас на сайте и на магазинах вашего города, там на сайтах «Лабиринт», на других сайтах. То есть эта книжка уже вышла, так же, как вышла и книжка вот, «Тем-тренинг ОГЭ-2022». Книжка содержит около 1000 заданий в формате ОГЭ. Примерно к трети из них примерно даны решения. Есть теория, задания все разбиты по уровням сложности, по разделам физики, по типам задания, то есть отдельно там задание по, на множественный выбор, отдельное задание на соответствие, расчетные задачи поделены на темы. То есть мне нравится по ней работать, вот честно скажу. Если мы говорим про ЕГЭ, то вот у нас уже то, что у нас уже вышло, это книжка ЕГЭ 2022 год, тематический тренинг. Она тоже уже доступна для заказа. Книжка содержит почти 1500 заданий, там 1480, кажется, заданий. Примерно к трети из них даны решения. В самой книжке есть ответы ко всем заданиям, есть подробный теоретические сведения, теоретический справочник. И при этом она соответствует демоверсии. Мы ее специально выпустили после того, как вышла новая демоверсия. То есть там уже есть задания вот по новых типов. То есть задания 1 и 2, это которые надо сопоставить графики с физическими величинами. И задания есть там, где выбор 5 утверждений, выбор всех утверждений из 5 предложенных по разделам физики. Но так как наша книжка подразумевает прохождение раздела физики по порядку, то есть сначала механика, потом молекулярная физика, потом там электродинамика дальше, то и задание 1 у нас усложняется тоже по порядку. То есть задание в разделе механика у нас эти задания, они содержатся еще не только по механике. Во втором задании по молекулярной физике там эти утверждения уже могут быть из молекулярной физики и из механики. Ну и так далее. То есть задания усложняются вместе с тем, как ребенок проходит или повторяет физику. Это вот книжка, она тоже доступна уже в магазинах. Она вышла где-то в середине сентября. Называется ЕГЭ 2022 тематический тренинг. Мне нравится по ней работать, ничего не могу сказать, но мне нравится. Вот мы уже сделали книжку с вариантами. Это книжка ЕГЭ 2022 года, которая содержит 30 вариантов, которая содержит еще подробное решение заданий с развернутым ответом. Опять же, то есть все задания второй части, они в ней решены. Есть теоретические сведения в начале книжки, есть ответы ко всем заданиям, конечно же. При этом она написана уже по новой спецификации, то есть там подробное решение заданий, вот высокого 30-х заданий высокого уровня сложности по механике с обоснованиями, с формулировкой «дайте это обоснование» в вопросе. Там есть введены, конечно же, вот эти новые задания 1 и 2 с проверкой знаний детей по разным разделам физики. То есть она написана в соответствии уже с новым КИМ, это новые варианты, написаны к этому году, они все, книжка была дважды прорецензирована, содержит ответы и решения ко всем заданиям второй части. Кроме того, вот еще хотел сказать, у нас еще книжка, она в этом году не пересдавалась, это большой справочник для подготовки к ЕГЭ. В нем есть большое количество, много теории, есть задания базового, повышенного, высокого уровня сложности, и все задания, они с решениями. То есть там именно книжка, она ориентирована на то, чтобы человек посмотрел, как решать задачи, посмотрел на решение. Там нет задания для самостоятельной работы, но она для этого не предназначена, она как бы для справочника, как решать задачки. Ну, я как рабочий издательства «Легиона» и как соавтор Льва Михайловича Монастырского, я, конечно же, посоветую нашу книжку. Ну, я по ней работаю, мне нравится. Я вот сейчас, так как книжка с вариантами еще не вышла, но, в принципе, книжка с вариантами, она подразумевается, что работать уже, когда дети будут уже более готовы, то есть ближе ко второй половине года. То пока мы работаем с детьми по тем тренингу,
по ЕГЭ, по ОГЭ, для 9 класса, для 11 класса, и мы работаем по вот нашим книжкам, по тем тренингу по редакции Монастырского. А, еще хотел сказать, что у нас был вебинар где-то в сентябре по 9 классу. Если вам интересно, можете найти у нас на сайте, в записях, в вебинарах. Кроме того, на нашем сайте вы следите за информацией, там будет опубликована информация о новых вебинарах, которые могут быть проведены по физике. То есть, например, вот там писались обсуждения про решение заданий второй части или про, ну, в смысле, про решение по оформлению задач. То есть следите за новостями на нашем сайте, там вся новая информация, она появляется заранее и вовремя. И кроме того, вот на сайте, на слайде вы видите промокод, по которому можете получить скидку на заказ пособий по физике. Скидка будет 30%, действует до 25 октября. И заказы нужно на заказ, при заказе на нашем интернет-магазине на сайте legionr.ru. При этом там вы можете заказать уже книжку с вариантами. Она еще не вышла, поэтому я как бы ее в явном виде показать не могу, но она выйдет уже на следующей неделе, она будет доступна для заказа. Уже сейчас она доступна для заказа на наш склад, она появится где-то на следующей неделе. А вот, собственно, промокод вы видите на слайде. Какие-то, может быть, еще? Привет, я себе передам. Обязательно. Угу. Если больше нет никаких вопросов, до свидания. Удачно вам отдохнуть на каникулах. Удачно вам проставить все четвертные оценки вашим детям. До свидания.